Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати гостю мого стріму у цій порі. Разом із нами Марія Максакова, всесвітньо відома опорна співачка, колишній депутат російської держдуми, успішний блогер Марія. Рада вас бачити, дякую, що долучилася. Я також рада вас бачити, Олена. Я дякую за запрошення, і я також вітаю всіх наших глядачів. Як завжди багато цікавих і актуальних тем, але перш ніж ми почнемо наше обговорення, закликаю наших глядачів підтримати своєю підпискою youtube канал Фічас, авторський канал Марії Максакової. Ну і не забувайте так само підтримувати це відео своєю вподобайкою, коментарем і поширенням. Марія, хочу з вами поговорити о фільмі Марії Пєвчих Придателя. Тригерит уже неділю в соцсеті. этот фильм, очень много разных полярных мнений. Пытается она в нем разобраться в значит, катастрофическом прошлом России, что привело вот к этой сегодняшней точке невозврата, где свернули не туда, кто, в принципе, мог бы быть хорошим, правителям. Ну и это вызывает, знаете, ожесточенные споры, потому что некоторые говорят, что там, знаете, коммунисты поспособствовали определенной части этого фильма, потому что Зюганов, ну уж очень в таких позитивных красках был представлен. А далее вот были также комментарии о том, что этим фильмом фактически Певчих дает карт-бланш Путину сейчас на так называемую его национализацию. А какое впечатление на вас произвел этот фильм. Действительно ли он раскрывает те какие-то, знаете, поворотные моменты, когда свернули не туда, и почему? Есть ли ответ, и главное, какова перспектива. А что дальше? Я вам так скажу: если бы я смотрела в строгих дозах посерийно, то может быть у меня сейчас бы не было настолько сложного общего впечатления, какое создалось. Видите ли как, я специально можно сказать для да вас. 呃。Uh Олена, для вашего канала. И, учитывая ваше терпение иной раз, когда мы с вами договариваемся о времени, я все это очень ценю. Я вот, понимаете, прямо с самого утра выделила себе это вот время и решила, что я сяду и все посмотрю. Вы должны, я надеюсь, наши зрители меня поймут, ну, разделить, так сказать, сложности в поиске этого времени, потому что между недавней премьерой Трубадура, с которой прошло буквально там 10 дней и до следующей премьеры Тоски э, тоже приблизительно такое же небольшое уже расстояние. То есть, в общем, мне выкроить это время довольно сложно. Но, однако, я вам хочу сказать спасибо, что вы, э, можно так сказать, побудили меня ознакомиться с этой масштабной лентой, потому что иначе я бы как-то выпала просто из целого процесса этих бурных обсуждений и просто бы не знала, о чем в конце концов э, люди говорят. Знаете, там э, этот национальный вид спорта – коровяк. Очень когда-то смешно представленный одной известной репризой. В общем, я хочу сказать о том, что, с одной стороны, то, что Мария Певчик подняла эту дискуссию, вызывает, конечно же, ну, определенно желание в ней поучаствовать и, в общем-то, отдать ей должное. Она молодец, что она эту тему подняла. То есть я хочу сказать, что, наверное, куда как было бы ей спокойнее там и многим не идти вот на все эти сложные разговоры, тем более, что многие из упомянутых давно вроде бы как на самом ли деле или э, притворно, это мы сейчас с вами обсудим, но, в общем, дистанцировались от сегодняшней путинской России. Теперь э, давайте посмотрим на то, что, э, какой основной месседж. Значит, если их сравнивать, э, допустим, то, что ей э, фактически э, кричат э, в ответ недовольные, фактически создавая, как мне кажется, целый фактаж для следующих серий. Я очень надеюсь, что Мария не остановится на достигнутом и скажу почему. Но это все по той причине, что они пытаются преподнести виновников совершенно в разном свете. Значит, Мария Певчик утверждает, что российский народ был полностью облапошен, и поэтому сознательные манипуляторы, иной раз, получается, мошенники, казнокрады и разные другие бенефициары разнообразных около или псевдо или совсем незаконных мероприятий в результате стали вот крупными игроками, а российский народ остался ни с чем. Хуже того, наверное, променяв вот на какие-то там бумажки и фантики все то, что было до этого построено советским, ну как, режимом, который ради достижения вот этих своих промышленных результатов пользовался фактически рабским трудом. Там репрессии были частью экономического процесса, потому что ну как еще раздобыть такое количество бесправной рабской силы, кроме как их репрессировать, насильно посадить и заставить на себя работать. То есть давайте не будем забывать, что все то, что было так или иначе, отчуждено в результате там, этой, так называемой приватизации, приватизации лучше сказать, каким-то образом вот, распределено по вот этим заранее известным фамилиям. Это было добыто советским режимом, вот именно что в результате, адской несправедливости в результате того что в общем знаете не только заград отряды известные в результате там расследований второй мировой войны, но я думаю что и экономический фронт представлял из себя тоже нечто такое же где э, и без вести пропавшие тысячи падали просто в какие-то там канавы э, и даже великий поэт Осип мандельштам неизвестно где вот так упал на очередном этапе и никто даже не знает по сей день э, и так сказать где э, он нашел э, вот это свое э, понимаете ли последнее э, пристанище получается так а, значит вот давайте теперь не забывать что все это было выстроено вот именно что э, режимом который ничем по своей жестокости, зверствам, не уступал э, нацистскому режиму. И теперь вот и остается вопрос, а как же так получилось, что они так быстро вернулись э, к тому, от чего как будто бы пытались отказаться? И вот тут я считаю э, краеугольный вопрос э, уводит нашу дискуссию абсолютно в сторону от реальности тех событий. Значит, нам пред, предлагается рассмотреть якобы существовавшие повороты, на которых вроде бы как с точки зрения авторов фильма облапошенный народ не смог сделать какого-то более удачного выбора. Значит, что касается имитации вот этой якобы борьбы или противостояния, то я считаю, что совершенно напрасно. И мне кажется, что это может стать поводом для возникновения четвертого фильма, который бы восполнил некоторые пробелы. Работа проделанная большая, возможно, в том массиве информации, который пришлось переработать, как-то не хватило времени вот именно на эти детали. Может быть, даже в какой-то степени наша с вами программа ну, подтолкнет или вдохновит эти пробелы восполнить. Я хочу Вы сказать... даете совет, да, Мария, сейчас? Я хочу сказать о том, что все то, что наблюдается, под достаточно... Тщательным хорошим микроскопом Марии Певчих. Оно полно деталей и подробностей, но стоит, наверное, чуть-чуть сделать, знаете ли, шаг от событий для того, чтобы увидеть то большое, к сожалению, дерьмо, которое видно только на большом расстоянии. А именно, это КГБ СССР со всех сторон. Это в любом случае головы гидры имитировавшие какую-то там между собой якобы борьбу. Но вопрос в том, что пищеварительный тракт этого чудовища, а и тем более прямая кишка и хвост, э, все это вместе, было в любом случае единым, и по большому счету этой чудовищной машине было все равно какую именно неправильную ставку сделает российский народ. То есть разница или уж или... вот в том-то все и дело, что выбор на самом деле был, который как-то совсем, э, во всяком случае до сих пор, не появился э, вот э, в контексте этого фильма. Почему я и говорю, что было бы здорово, если бы возникла четвертая серия, и там бы как раз к этому общему знаменателю, может быть, мы бы и подошли. То есть что я хочу сказать? Значит, Гусинский разобран, но почему-то стоящая за ним личность Бабкова не упоминается. А как? Вы меня извините, Бабков – это целый глава пятого управления КГБ СССР, причем десятилетиями он этим занимался. А что это за управление такое, борьба с инакомыслием? И смотрите, как интересно, это ведь когда-то Бабков присмотрел Гусинского, когда, ну, можно сказать, вербовал какого-то там, ну или, не знаю, как-то можно по-другому это назвать, может, Гусинский имеет другую точку зрения на это, может быть, это была не вербовка, а просто он как-то так сказочно сдружился с этой вот своеобразной персоной, но выглядит это так, что именно Бабков взял Гусинского на работу в качестве звукорежиссера, а потом он как-то вот так подрос благодаря связям Бабкова и в конце концов Бабков возглавлял всю службу его безопасности. И если кому-то может показаться, подумаешь, ну э, уже э, лишенный своего главного места работы к тому времени, какой-то фактически ветеран вот этой ГБшной службы, ну подумаешь, устроился к какому-то своему бывшему ставленнику, главой службы безопасности. Но если бы он перешел туда, в эту группу мост, всем своим отделом огромным, всем управлением, всеми самыми главными вот этими упырями, которых он подбирал на этих весах безнравственности и цинизма в течение многих десятилетий своей деятельности. Теперь, значит, разве мы услышали в этом фильме что-то об обкове? Или, например, к сожалению, как-то вот среди этих залоговых аукционов, о которых очень даже хорошо, что начали говорить, это прям правильный процесс, но как-то вот ушел почему-то вот за шумом и мощью действительно преступнейшего вот этого аттракциона, это даже не аукцион, а это просто грабеж откровенный. Как-то вот история со связь с инвестом, которая в конце концов переругала всю эту семибанкирщину между собой. Было бы здорово порассуждать, какие группы влияния КГБ и СССР пытались вот этот жирный кусок между собой поделить, и почему Гусинский, за которым стоял Бабков, считал, что ему удастся то, что не удавалось другим. Было бы также хорошо услышать о том, что Потанин – это наследственный, потомственный ПГУшник, то есть и сам по этой же линии развивавшийся. Такой вот вполне для них понятный агент, потому что, ну, объясните мне иначе, как же так получилось, что Чубайс столько раз позволял ему провернуть вот эти залоговые аукционы в своих интересах, и все у него получалось даже тогда, когда там были, очевидно, его же, его же, его же компании, которые соревновались между собой, а других туда вовсе не допускали. То есть по поводу Смоленского можно сказать о том, что у него тоже был куратор, ну, агент КГБ под блатным прикрытием. Значит, Авен, тут очевидное ПГУ, и дело Салье, кстати, озвученное в первой части фильма, с выдачей лицензии Путину, тут надо отдать должное фильму. Значит, Фридман при учреждении НТТМ, то есть научно-технического творческого, научно творческая молодежь, значит, был в студенческие годы завербован КГБ, во всяком случае, такие слухи упорно ходят, и пока что я не вижу каких-то ну, обстоятельств, с чем я этим слухом не должна была бы доверять. Значит, дальше Чубайс, ну это уже такая махровая агентура КГБ СССР, то есть со студенческой скамьи, он курировал от КГБ Союз молодых ученых Ленинграда. И э, стажировку проходил в созданном по ГГУ СССР центре в Вене. Э, значит, там был такой центр социально-экономических исследований. И в то время, как все из партии, например, выходили, то вот такого рода э, перечисленные, значит, наоборот, в нее вступали, я про КПСС. Э, Евтушенков, АФК «Система» до сих пор активно, судя по всему, сотрудничает с ФСБ, передает из своего детского мира, который вот в шутку, кстати, саму, само здание на Лубянке тоже называют детским миром, но это такие здания, которые находятся по соседству. Но вот думаю, что там вот он, видимо, делится информацией о всех пользователях МТС, это компания, которая ну, ему принадлежит, думаю, что это касается и геолокации, и расшифровки, и контактов. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, значит, что с другой стороны, кстати, вот да, тут же рассмотрены там какие-то так называемые альтернативы, заключались в не ширмах, а в откровенных, допустим, КГБшников ну, с громкими там разными другими эпитетами, разведчик там, или еще кто-то, ну, когда вот, допустим, говорится о Примакове, все же прекрасно понимают, что именно он делал для КГБ СССР, как он дружил с арабскими террористами, как он развивал значит, карьеру созданного в недрах КГБ СССР, вот этого Ясера Арафата, как они, создавшие вообще само понятие до того момента не существовавшее так называемого палестинского народа, действовали против государства Израиль, сколько там было приложено усилий этим самым Примаковым, за счет чего, собственно, в рядах этого КГБ он имел э, такой вес, о котором сказано в фильме, но только не сказано, э, почему именно, э, каким образом он раздобыл себе, значит, этот авторитет. И действительно получилось так, что вот эти, э, скажем так, чекисты э, с бабочкой во фраке, с бокальчиком шампанского, схлестнулись с молодой шпаной этой же самой гребнейной, но только, так сказать более уже деформированный, деградировавший, конечно, и такой в косухах с кастетами, вот попроще, подворотней такой на карандаше. Но это не меняет дело, потому что я вам как раз рассказала об этой подворотне, которая тоже была всем им, всеми ими тщательно отобрана, значит, существовала благодаря продвижению по именно этой линии, то есть изнанка этого всего движения. Ну и с другой стороны рассказывается про вот этого, а, значит, монстра бородавку а, Зюганова, который якобы, значит, бы не так грабил или грабил бы иначе, а те в свою очередь отвечают про то, какие были бы репрессии. Значит, ну, теперь нужно сказать и о том, какой циник этот а, Зюганов. Кстати, сказать, а, мне кажется, на этом спойлерстве а, вот и якобы это мнимом противостоянии с Ельциным он Сказочно обогащался каждый раз и э, особо никогда не возмущался по поводу того, что значит, занял вот это самое э, почетное второе место это же по -по -по диагноз. Но тут В чем конечно, принципиальная это... разница вот между Зюгановым и Ельциным. Да, какая может быть разница между номенклатурными работниками? Один спивался, другой обогащался. Это все одно и то же. Это организация под названием КГБ СССР. Согласна с тем, что Ельцин в более поздние годы в силу того, что на него влиял алкоголь, очень сильно становился все менее управляемым. Но тут надо же понимать и то, что они, которые в результате все-таки того шанса, который был исторически, безусловно, вот эта вся говня, которая утратила тотальный контроль, она заволновалась, и она начала разрабатывать сразу множество схем возврата к этой власти, к узурпации дальнейшей. То есть и каждый из перечисленных был одним из разрабатываемых вариантов. А теперь давайте поговорим о том, какой вариант избавил бы страну от КГБ, от КПСС, люстрировал бы всех этих упырей к чертям собачьим, ликвидировал бы саму гидру эту преступную. Сейчас, например, уже действительно бы никто не имел дела с этим уродом, с этим фашистующим упырем и вот со всей этой вот конструкцией адской совершенно машиной по умершвлению просто сознательной угрозе человечеству. Я вам хочу сказать, что вот в том самом году, о котором так подробно рассказывает фильм в 1996 году, зарегистрированы на этом продолжительном бюллетене были, в общем-то, только те, кого не боялись, либо те, которые устраивали при любом раскладе. То есть, либо те, у кого вовсе не было, ну, ну, не любые абсолютно шансы, и это не было страшно совсем, исключено было, чтобы они что-то сделали, либо те, которые не знают, какой из них бы не приди, все бы всех устраивало. Значит, как ни странно, они даже не зарегистрировали Черномырдина, представьте себе, потому что у него была изнурительная ночная беседа с Коржаковым, после которой он понял и сказал им о том, что он никогда больше никаких претензий на этот пост иметь не будет. Но самый главный и единственный шанс, который был у страны, это, конечно, Галина Васильевна Старовойтова. Теперь скажите мне, пожалуйста, как же так получилось, что популярнейший политик, умнейшая женщина, которая ставила перед собой эту задачу и набрала вместе со своим, вместе со своим коллегой, вместе со своим ну, единомышленником, так, наверное, надо сказать. То есть была создана инициативная группа по выдвижению Значит, и там был коллега у Галины Васильевны Старовойтовой такой Артем Тарасов. У них был создан совместный штаб по сбору подписей и проведению предвыборной кампании. Каждый привез центр избирком от миллиона двести тысяч до полутора миллионов подписей. И центр избирком по указанию Коржакова им отказал в регистрации кандидатами. Вот я тут хотела бы сделать огромный акцент, потому что все остальное это возня, которая имитирует политическую борьбу, при том, что на самом деле ее там просто не было, потому что обсуждаются головы гидрой, а брюха не обсуждается. Единственный шанс, то есть, чтобы избавиться от гидры, единственный человек, который был готов отрубить ей голову, хребет переломать. Это была Галина Васильевна Старовойтова. Значит, что случилось дальше? Дальше Галина Васильевна не отступала. Она дважды вносила, дважды законопроект о люстрации, который бы лишил возможности вот так распихивать кадры. Кого-то явно прямо видно, что это э, ГБНЯ, кто-то за ширмой, все упомянутые там, вот, которые в... Э, в значит, расследовании в фильме все-таки ну, какие-то намеки давались на то, что какая-то связь там где-то прослеживалась, но фактически за каким-то ничтожным исключением можно говорить о том, что это все были понятные КГБ-кадры. И тут вот что случилось: Значит, мало того, что Галину Васильевну не зарегистрировали, еще и после того, как она во второй раз внесла законопроект о иллюстрации, Галину Васильевну убили. Вот с этого момента, я думаю, что имеет смысл говорить о том, что шанс, единственный, который был, он был тогда действительно упущен страной. Наверное, было бы куда лучше, если бы в поддержку незаконного отказа в регистрации кандидатом Галины Васильевны Стровоитовой вышли бы миллионы людей понимая реальную угрозу. Но как там уже дальше достаточно верно в фильме рассмотрено, СМИ было захвачено к тому времени, народ был порядком одурачен. Те, которые говорят хоть что-то в защиту, вот этих там, будь то залоговых аукционов, ну то есть аттракционов по грабежу или по, значит, приватизации как таковой, когда Ельцин в своих мемуарах еще делится, вот, может, надо было пойти по пути реституции, вот, может, надо было, например, Нобелю там еще каким-то дореволюционным предпринимателям предоставить возможность и их наследникам вернуться, вот тогда бы, наверное, возникли бы какие-то по-настоящему чувствующие свою связь с этой землей, да, то есть такие, которые бы э, действительно что-то бы начали делать, они а только грабили бы вот как э, все то, что мы наблюдаем уже последние, э, ну, то мы сейчас говорим про 24 года э, последнего упыря, и тот период, который прекрасно осветил э, фильм Мария Певчик, мало чем уступает по размахам. Теперь, значит, давайте поговорим. О том, кто не был упомянут, или, вернее, кто, кого сложно упрекнуть или доподлинно доказать, что вот он связан там с КГБ. То есть, тут, ну, если, например, говорить о Ходорковском, то ну, он и не скрывается в комсомольского прошлого. Все мною перечисленные ранее, ну, по-моему, достаточно ярко говорят сами за себя. Но действительно, что касается Абрамовича, то вот он был создан для того, чтобы когда доберутся, вот, ну мало ли, у них же всегда есть запасной какой-то вариант, когда доберутся до этих, раскроют, например, заговор, что это все говня, то тогда вот у них есть Смотрите, какая э, ни в чем не заляпанная ширма для прикрытия своей деятельности. Чем она отличалась от всего того, что они делали? И почему он так хорошо вливается всякий раз, когда какая-то очередная э, афера э, э, в интересах этой ГИБНИ проворачивается, в интересах этой номенклатуры? Теперь давайте поговорим еще про тот период, который обозначен в фильме «Как противостояние между Собчаком и Ельцином». Вот тут, мне кажется, тоже как-то очень много сказано неточностей, таких вот, может быть, как бы вам сказать, на первый взгляд мелких, но на самом-то деле, когда все это преподносится как то, что ну, да, много говорил, мало делал, но в итоге подумаешь, какая-то там квартира, все как будто бы вокруг одной квартиры. Почему никто не рассказал? И я думаю, что может быть это станет предметом э, следующей серии. Я очень надеюсь на то, что эта серия увидит мир. Давайте э, вспомним о том, как было прибрано к рукам э, не только вот эта афера э, обозначенная вот э, по, э, значит, э, с этим с сырью в обмен на продовольствие. А давайте вспомним, как прибрали к рукам целое Балтийское морское пароходство. Огромное предприятие с портами по всему этому Финскому заливу, после там 2000 каких-то там этих кораблей, что-то еще. Это же все Путин со своим в тот момент, видимо, старшим товарищем Трабором делал, как раз находясь, возглавляя администрацию Собчака. То есть как же так это все интересно у них происходило и не привлекло внимания пока еще создателей фильма, думаю, что привлечет, потому что это веха просто вот в этом всем процессе, потому что Путин был вовсе не таким, как бы это сказать, ну, таким себе чиновником, пускай даже учтено, что у него была, значит, вот эта банда, ой, вернее, как там было сказано, подворотня в жизни, или что, допустим, он был очевидным, совершенно откровенным представителем спецслужб, то есть ФСБ, но почему-то давайте разберем, как же он попал в ФСБ. То есть это же тоже важно зрителям знать. Смотрите, изначально Биографию Путина прекрасно расследовала Кристина Курча Предлив. Не будем к этому возвращаться, есть э, точка зрения, что он вовсе э, не реальный э, уроженец, э, как он сам там в этом даже фильме э, цитируется Значит, Ленинграда, а что он провел свое детство в Грузии, но как ни крути, вот этот официальный вариант его биографии то есть, этот Владимир Спиридонович, он ведь э, сам сотрудник НКВД. И, видимо, к этому волчонку, который прибыл из Грузии, значит, который не ужился там в семье, он нашел какой-то своеобразный подход. Я уже как-то говорила о том, что ненависть Грузии. И, кстати, к Украине я объясняю именно вот этими детскими впечатлениями озверевшего совершенно маленького еще сатаны, который вот впитал в себя Значит, с одной стороны, детские воспоминания ему не понравилось в семье у своего отчима, а с другой стороны, НКВДшник Владимир Спиридонович рассказывал о том, как он там боролся значит, в интересах упырей НКВДшных против Украины, как он работал в том числе в Западной Украине. Уже я несколько раз говорила в эфирах, что было бы неплохо посмотреть, возможно, найдутся какие-то следы его преступлений до сих пор существующие в архиве, если они не были каким-то образом там, ими же, значит, вот уничтожены в те годы, пока они там, значит, орудовали. Значит, дальше. Вот я так понимаю, что он привил, буквально Путину, канализировал его ненависть ко всему живому, вот в, в, в русло ненависти к двум э, определенным народам, ну и э, дальше этот волчонок действительно был просто э, ярким представителем этой питерской подворотни, несмотря на э, свое микроскопическое телосложение, но тем не менее таким находились занятия в банде у Святцева. Значит, для того, чтобы лучше понимать, кто такой у Святцев, то нужно для этого просто загуглить его фамилию и посмотреть, какой он себе значит, велел выгравировать какую эпитафию какой, значит, на буквально его могиле написано, значит, вся, видимо, вот такая, как сказать, квинтэссенция его взглядов на мир. Вот и он был главой банды, значит, соответственно, он увлекался. Тогда все разделили единоборство между собой. Вот ему нравилось дзюдо, поэтому Путина появился дзюдо в жизни, поэтому он стал, значит, отстаивать честь на татами всего подряд и в какой-то момент его отблагодарил его усилия этот у святцев, и, соответственно, по спортивной квоте дзюдошный, Путин попадает в ЛГУ, где, собственно говоря, не особо-то учится, а в основном все ходит на те же самые соревнования, отстаивая в своем вот этом а, а, корпускулярном весе а, значит, честь на татами. А, вот. И таким образом он Конечно, обзаводится какими-то одногруппниками, типа Рагимова, это такой чекист-миллиардер, который значится в Википедии как правовед, юрист, специалист по значит, уголовному законодательству. Вот. И при этом, как бы странно, откуда такие миллиарды, казалось бы, просто у юриста и у правоведа. Но при этом следовало бы сказать, что Путин никогда не был студентом Собчака. Вот Медведев как раз студентом Собчака был. Это в фильме показано. А встретились как раз-таки эти двое, то есть Медведев и Путин, в приемные у Собчака. А почему? Потому что, потому что Собчак ведь не должен был становиться никаким там главой Ленсовета. Как он им встал? К большому сожалению, уже нет в живых Марины Евгеньевны Салье расследование которой упомянуто в фильме. Поэтому, конечно, очень странные обстоятельства предшествовали, ну, назовем это так, смерти, а может быть, гибели. Но, к счастью, есть живой свидетель этих событий, Петр Сергеевич Филиппов, который охотно дает интервью, в том числе был у меня на канале, рассказал вот эти как раз очень важные подробности. И бывает часто на канале Грэма, поэтому его как раз можно было бы легко спросить обо всем этом интересующем. Значит, суть заключалась в том, что тогда два вот этих крупных блока демократических, соответственно, блок Марии, Марины Евгеньевны и Петра Сергеевича, они были почти наравне по результатам выборов в этот Ленсовет. И поскольку они не смогли прийти между собой к общему знаменателю, кто из них станет в итоге главой, а кто заместителем, то было решено найти какого-то третьего порядочного человека, как им мечталось. И вот они и пустились на поиски такой кандидатуры, и большинство отказывались от этого. Но в какой-то момент они значит, со второго, притом захода убедили, адвоката, действительно профессора, то есть правоведа Собчака, принять участие в довыборах на одном из округов и таким образом избраться в Ленсовет, а дальше бы они все проголосовали за него, как за председателя, с учетом, что тут же он назначит своими заместителями на равных вот таких правах Марину Евгеньевну и Петра Сергеевича. Что произошло вместо этого? Значит, Медведев, который работал действительно на избирательной этой кампании по выборам Собчака, активно там действовал, но ему помогали вот оба этих блока, и, соответственно, он доизбрался оказавшись в Ленсовете, в первый же день, как только это произошло, и как только его избрали председателем, вот в эту же самую секунду он назначил совершенно неожиданного какого-то там номенклатурщика, если даже не ошибаюсь, может быть, уже к тому времени бывшего коммуниста, но как ни крути, своим заместителем передал ведение сессии ему, и уехал за границу. То есть все началось с того, что он просто кинул тех, кто ему проложил дорогу вообще во власть. Значит, дальше, дальше возникает вопрос, как вот этот многоговоривший, малоделавший Собчак себе приобрел такого специфического руководителя администрации своей, и вот каким образом к нему в приемную попал Путин. То есть, как попал Медведев, мы поняли, это был его студент, он работал вот на этих довыборах. А вот Путина посоветовал трабор, который, ну, так сказать, общался с Нарусовой. Значит, Нарусова любила захаживать в антикварные магазины. Это следует, в общем-то, достаточно ярко из того, кстати, даже фильма, где даны фотографии квартиры, в которой в итоге жила семья Собчака. Вот и, собственно, в рамках вот этих захаживаний по этим антикварным лавкам она сдружилась с Травером. Трабор в дальнейшем, ну, так сказать, бенефициар того, что он смог пропихнуть Путина, своего младшего товарища по тем временам, значит, в приемную к Собчаку, то есть он рассказал Нарусовой о том, как было бы здорово, если бы вот этого Путина вот туда бы взяли на работу. И таким образом Путин попадает в приемную, где очень быстро осваивается, молниеносно, значит, сжирает там любых конкурентов и ставит своих, то есть достаточно быстро след за ним, ну так сказать, одним из его подельников становится Сечин уже в рамках вот этого всего. Дальше им становится, как бы это сказать, все сложнее в этой законодательной ветви, так как все равно нарастает гнетущее недовольство со стороны двух сил, которые в итоге дали путь карьере вот этой и Собчака, но были им ну, кинуты, выражаясь современным языком. И вот, значит, утомившись этим противостоянием, Собчак решает пойти в мэры, причем сохраняет за собой, что самое странное, кабинет, как, значит, вот тот, который положен ему как мэру, так и в Смольном по-прежнему. Значит, все еще. Значит, вот так на два кабинета и две приемные они вот работали. Это ну, дикие какие-то истории сейчас, наверное, показалось бы, но тогда почему-то это все у них вполне себе происходило, никто особо не возмущался. И вот там вот в результате того, что в Смольном они находились, Путин подбирал дальнейших своих коллег, Ковальчуки взялись оттуда, потому что Ковальчук к тому времени, который Юрий, он, он был, ну, как бы на хозяйстве у еще этого исполкома Ленинградского партии. И они за несколько лет до этого уже сообразили, что надо какими-то современными значит, действовать методами, то есть какие-то институты создавать. И вот они создали еще до того, до того, как Ковальчук явился к Путину с этим предложением года за два, за три, Банк России, куда они вывели все активы значит, коммунистической этой собственности. У них были наши, вот, обслуживание, ну, масса каких-то предприятий. То есть, принудительно, значит, они туда должны были просто там открывать, соответственно, вот эти все свои счета. Там были всякие, ну, здания, которые были в собственности у Компартии, там всякие райкомы, обкомы, помещения, Таврический дворец в том числе. Да мало ли чего еще. То есть, очень много всякой разной собственности. И вот, с Предложением. все это э, очень удобненько прихватизировать. Ковальчук как раз и явился к Путину, на чем они, разумеется, сказочно сдружились. С тех пор, вот до сих пор, видите, как э, э, дружба оказалась крепче цемента. Дальше уже вот эти все... Дальше было несколько там упомянутых эпизодов там, про кооператив Озера. В принципе, кооператив Озера – маленькая модель э, путинской точки зрения на все происходящее. То есть они, э, владельцы вот э, домов, вокруг озера занялись самозахватом этого озера и соответственно озеро которое должно было бы быть в общественном доступе почему-то превратилось в их собственное и туда же то они оградились большим забором никто из активистов все-таки все уже пройти не смог а соответственно сядь теперь все недры и прочее достояние, так скажем, вот этого облапошенного или узурпированного народа, тоже, в общем-то, находится вне доступа этого народа, подобно тому озеру, которое было захвачено Путиным, Ковальчуками, Фурсинками, кстати, жалко и этих фамилий тоже бы услышать, и в том числе то, как Фурсинки почему-то сейчас живут где-то в одной из стран Балтии, сейчас просто не помню, конкретно в какой по моему в латвии почему-то имеют какие-то документы по-прежнему там находиться вот правильно они неплохо да, вспомнили рассказали как он был министром топлива и энергетики подписывая путину вот эти самые разрешения лицензии первоначальное обогащение дизель в обмен на продовольствие расследование которое провела марина Евгеньевна салье и там правда не выведена цифра о том что ну по их подсчетам тогда до 100 миллионов долларов это обогащение принесло э, бенефициарам этого процесса. Э, вот э, так как-то это выглядит непонятно до конца, э, сколько же конкретно чего, собственно, они в тот момент смогли для себя украсть. Значит, это расследование, оно тяготело очень, сам, как Путин побаивался, что это рано или поздно может возобновиться, поэтому возникли те времена, когда он становился то есть, зависимым от, от того, будет ли какое-то еще назначение или нет, но последовало назначение к Бородину. это описано неплохо, а почему и как, куда? На зарубежную недвижимость управления делами президента. У него там возникли соответствующие Какие-то целые, как их назвать? пиджаки типа Рудного, которые они делали вместе с Ковальчуком. Сначала они записали на него Балтийскую медиагруппу, а потом стали за него зарубежную недвижимость на него списывать огромными количествами. Вот незадача. Руднов только в 16 году умер в Мюнхенской клинике, им пришлось задними числами на кого-то все переписывать. А на это стоит обратить внимание обязательно, потому что новые собственники вот таким вот образом возникшие задним числом, это прямая, так сказать, наводка на новых номиналов, которые плодятся Путиным и Ковальчуками. Значит, мы вернемся сейчас к Трабору. Трабор, конечно, не то, что не прогадал, а это была, наверное, его самая такая золотая ставка, которую он сделал, когда внедрил Путина в приемную к Собчаку, и действительно, квартиры, которые разобраны, там на самом деле их было больше. Там разобрана квартира, которую поменяли всеми правдами и неправдами, с сиреневого кого то по называлась там улица или что-то такое. И вот действительно у Собчака, откуда не возьмись, взялась такая огромная квартира на мойке, но не только у Собчака, еще и у путинского как это сказать, объекта страсти Ралдугина, упомянутого там в качестве кошелька, но мне кажется об эрогенной зоне говорить в таких э, сухих формулировках это все-таки э, слишком прагматично. Дело в том, что Путина с Ралдугином связывает куда больше воспоминаний, нежели просто подаренный Ралдугину офшор в 2 миллиарда долларов или э, какие-то другие активы типа Дома музыки э, в Санкт-Петербурге, такой северный Версаль. Э, их связывают Оказывает многолетняя дружба, когда ты их познакомил братец этого Ралдугина, сотрудника ГБ, а вот дальше это уже переросло в какие-то ну, достаточно жгучие чувства. И вот это не упомянуто, также не упомянуто то, что Ралдугину в этом же самом доме, там, где вот разобрана квартира, неизвестно каким образом появившаяся у Собчака, а все усилиями Путина, между прочим, значит, там же появилась квартира у Долгина, только была она записана на, так сказать, бороду или как это назвать, бороду. В общем, на так называемую жену того времени, Никитину. И в этой квартире была даже сауна. Представьте себе по тем временам. Значит, всякий раз, когда Путин рассказывал своей жене тоже Бороде, о том, что он идет на важные доклады к своему шефу Собчаку, представляется, что он загуливал, непременно загуливал к Ралдугину, и там тоже шли какие-то важнейшие доклады. Вот. Также по совпадению, так сказать, по стечению обстоятельств еще в этом же доме квартира была у, или может быть до сих пор есть, у Боярского с Лупиан, а Боярский, как известно, замужем за Лупи, потому что его вот эта активная жена, она, ну, как я думаю является все-таки двигателем всех процессов вот в этой сложной противоречивой семейке. Вот. И поэтому складывается полная картина того, чем же занимался Путин в этом доме на мойке. И почему с тех самых пор ему так нравится творчество вот этих поющих аденоидов про зеленоглазое такси. Значит, это все тоже, мне кажется, было бы интересно узнать слушателям. Я думаю, что это бы собрало еще больше просмотров. Вот, поэтому связь как раз Путина с Собчаком, она начинается вот так вот Неожиданно, можно сказать, с подачи Трабера, его тогда старшего товарища, но еще раз, коллеги, или как это, подельника. Но теперь уже, когда мы в самом начале программы рассказали о том, как им удалось прихватить в те еще времена клапан, прибрать целое Балтийское морское пароходство то есть, чтобы было понятно, когда говорится «порт Санкт-Петербурга», и в некоторых СМИ даже говорилось о том, что это такая там себе отмывочная, это какое-то такое местечко, где чуть ли не сортируется 90% всего мирового наркотрафика, то это надо понимать, что это говорится исключительно вот только о малой части всей этой компании. То есть это только о питерском порт, про питерский порт, Разумеется, тоже лакомый кусок и, конечно же, очень важная деталь этого общего нагромождение, но все пошло дальше и становилось только хуже с каждым днем. Поэтому вот этот процесс путинского казнократства, обогащения, он с самого начала, еще с того момента, как он попал в приемную к Собчаку, приобрел вот этот вот самый виток вожделенный. И когда там говорят, какие-то комментарии оставляют там из серии того, что цитируется несколько раз юмор о том, какие формулировки находил Путин, я почему-то думаю, что это он лаконично формулировал схемы вывода разнообразных активов. Видимо, удачно у него получалось сформулировать, как лучше и успешнее грабить российский народ. Вот, значит, по поводу... По поводу того, как якобы, значит, было невыгодно Ельцину противостояние Собчаком, но это, конечно, тоже требует отдельного разговора. Просто дело в том, что непонятно, по чьей инициативе так эти выборы были разведены в разные временные промежутки, и это больше видится как инициатива самого Собчака. Вот. И там дальше ведь тоже было достаточно забавно, как им удалось Такое вот провернуть, потому что я если это даже выписала, тему переноса выборов мэра в городском парламенте проталкивал именно вице-мэр Путин. И он как раз сам проболтался депутатом с трибуны Большого зала об истинных причинах ускорения переноса выборов губернатора. Значит, тогда же в Смольном родилась идея купить, купить депутатов законодательного собрания так называемым резервным фондом, то есть депутатской поправкой к бюджету города. То есть дали депутатам, каждому из 50 парламентариев, право распоряжаться одним миллионом долларов в год якобы на нужды избирателей и округов. Это привело к последующей криминализации парламента и грандиозной совместной депутатской и чиновничьей коррупции. Вот этой поправкой Собчак с Путиным можно сказать, наверное, купили, что ли, депутатов и выборы губернатора перенесли. Так что при всем том, что темы раскрыты, важные без преувеличения, и сделано многое, конечно же, тщательно, работа проведена впечатляюще, все-таки я считаю, что не хватает четвертой серии, в которой были бы учтены все те пробелы, которые пока существуют в уже созданных трех. Мария, я очень благодарю вас за такой детальный разбор. Есть над чем задуматься. Много, я думаю, интересной информации узнали наши зрители. Вам огромное спасибо. Берегите себя и до скорых встреч. До скорых встреч. Спасибо. Наши глядачи традиционно закликаются. Дуже важливо підтримувати це відео и вподобайками, коментарями, поширеннями. Ну и, безумовно, будем благодарны вам за подписку. Авторский канал Мария Максаховой и канал сейчас